Тошноты нет? Тошноты нет. Аллилуйя! 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 Блядь, да что там за хуйня, блядь? Что они так часто шмаляют? Ладно, я не заразился. Это хорошая новость. Но у нас, блядь, тут рядом поселился какой-то уёбок, который, блядь, не прочь с волыны пошмалять. Каждое утро, блядь. Фух. Так, сумка. Чё в сумке? Всякая хуйня, разбирать её нет желания. Бинты, кстати. Чё по бинтам? Может, зажило уже? Фу, зажило, видели. Так, давай бинт помоем. Открепить избранное. Мне нужна вот эта штучка. Я бы даже взял, кстати, еще пару бинтов. Буду 5 бинтов с собой носить. Давай накрафтим. Все равно сегодня чили, отдыхаю. Сразу нахуй. Бинты дезинфицируем. А почему это ты не дезинфицируешь? А, потому что тебя мало, да, здесь средства кончились. Ладно, пока положим. Надо будет просто потом сходить куда-нибудь. Типа аптеки. И напиздить там вот это вот здесь средство. Ладно, раз один бинт, то тогда все. Будет 3 бинта с собой. Кстати, может пах зажил, я не знаю. О, зажил. Пили зажил, у меня теперь даже 4 бинта. Так, таблетки мне не нужны. Уже тогда. Магазин буду с собой носить, он 0.2 занимает. В целом профит от него есть. Если чё, хоть последний бой дам. Так, давай берем вот этот топор, наверное. Давай, наверное, вот этот школьный портфель мы будем теперь на себя таскать. О, синенький, симпатичный, мне прям нравится. Еще я хотел забрать, наверное, нож. Добавить его в избранное, повесить его на пояс. Где у меня волына справа, значит его слева. Все. Нож есть, мачете в избранное есть, топор я взял, пошли нарубим дров. Патроны зачем-то 45-й с собой пишу. Патроны сюда у нас, где у меня тут оружие было. Патроны сюда скидываем. Все, пошли, короче, делать костер. Пошли, спиздим стол сюда. Короче, надо обустроиться. Хотя, в целом, я, конечно, уже и выздоровел. Собственно, покушал, поспал. Все прошло и так. Но я уже разрешил, что я сегодня чилю. Значит, я, сука, сегодня чилю. Так. Взять две руки. Топорище. Вот это елка. Зачем ты тут стоишь? Вот это давай тоже дерево. И это дерево. Так, нормально. Теперь берем. Чем мы берем? Берем эту сумку, сразу все бревна туда. Еще можно? Сколько? А, 9 бревно. Ага, понял. Тогда ветки давай. На растопочку пойдет. Ладно. Давай в основную руку. Дополнительную руку. Топор не влазит в сумку? Нет. Бля, еще бревно взять, нет? Нет, слишком тяжело уже и так. Ладно, на первое время хватит. Сколько я тут бревен набрал? Раз, два, три бревна, веток. Сейчас я если напилю на доски, досок вообще много будет. На землю это все. Карандаш давай сюда положим, чтоб глаза не мозолил. Так, и топор давай, наверное, тоже на место. Сумку давай в руку, разгрузим ее сразу. Так, ну и много инструментов набрал, да? А в багажнике место под инструмент уже уходит. На, топоры уже не сложить. Тогда ладно, вот изолента, нитки, клей, скотч. Такую всякую хуйню накидаем.
Так, удочка, снасти сюда. Сумку давай еще тоже сюда положим. Надо куда-то топоры эти сложить. У меня, если честно, вообще нет идей. Хоть еще одну машину подгоняй. Тут бусик бы подогнать в теории, да? Сколько у него тут? 6 мест? Ну подожди, он, наверное, просто... Он шестиместный, потому что он весь в сидушках, да? Ну да. Там просто сидений много. Я понял. Ну, кстати, одно сиденье это 20 места. Бусик нам не подходит. Вот, кстати, стоит машинка красненькая. Вот это вот пикапчик. Норм тема же. Дайте ключи от нее. Блять, хоть толкай ее нахуй туда вот так вот просто. Так, хыть-хыть ее туда. Хотя багажник на 25 всего. Чё ты там стоишь, смотришь, м? Ой, я нахуй с тобой поговорю, блядь. Да ты, сука! Надо было дальше отлазить. Повезло, блядь. Фух. Не, бля, не надо так выебываться на самом деле. Ты реально взял мачете, себя крутым почувствовал. Чуть не отъехал. Ладно, эту сумку, наверное, просто вот так вот. Шелкни топоры. Давай вода, салфетки, зажигалка заберу. Просто сумку пилу. Просто сумка с топорами и с ножом тут лежит. Все. Теперь че? Бревна. Распилить все три. Блять, подождем пилю, правда? Че у нас теперь 10 досок есть? Почему это все на полу лежит? Вроде сюда складывал. Так, и от дождика надо спрятаться пойти. Пойдем пока туда в эту бытовку. Так, есть столы тут, стулья. Кулер надо забрать. Кстати, вот такую штуку можно взять, поставить. О, блядь, у меня все это время была пила, надо было посмотреть просто. Интересно, вот это можно забрать? Молоток нужен. Шанс на пол 75, понял. Такую я не могу унести. А вот урну, я думаю, вполне себе можно отсюда забрать. Мусорные пакеты, кстати, полные. Один полный. Сишки выкинул, платок, газета. Нормай, там еще вы. Забираем пак. Забираем. Так, тихо, не надо. Забираем стул. Ну, это строительство нужно такой стол с этой забрать. А вот такой стол, я думаю, можно просто так поднять, да? Да. Обеденный стол, дубовый. Так, сейчас, чтобы тяжело не было, в основное. Дополнительный этот стол. И все равно, сука, тяжелый. Надрываете спину. Урон получаю. Блять, не сдохнуть бы так. Еще музыка такая напряженная. Ты тащишь этот стол здоровенный под дождем. Такой, блять. Ладно, все, нормально. Донес. Снять, снять, поставить. Блять, не урну, стол. Давай пока так его ставлю. Быстрее ставь, пока, блядь, не отъехал. Так, урну, 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 урну. Да, тут можно поставить урну. Дай подальше, блядь, чтобы она не мешалась. Вообще по-хорошему. С другой стороны, не слишком далеко, чтобы до нее не бегать каждый раз. Все, даже мусорка у меня тут есть. Как же становится уютно тут жить? Единственное, что только, сука, дождик мешает. Здесь пройти можно? Можно. Стул давай. Так, я что-то еще брал, да, оттуда? Или нет? Нет, все.
Так, а не хочу ли я спать, блять, а? Тут этот дождь так напрягает меня. Хочу. Вот давай поспим, нахуй, чтобы дождик прошел. И кушать я хочу. Бля, в идеале я бы сейчас... А дождик не прошел. В идеале я бы сейчас, конечно, скрафтил бы незначительно боль. Ва? Шея боль. А, ну в машине спать неудобно, шея болит. Есть такое. В идеале я бы сейчас, конечно, на костре бы чем приготовил. Но вот минус костра в том, что в такую погоду хуй что приготовишь. Так, этот насос ненужный мы сейчас унесем отсюда. Я все равно в этой хуйне механики ничего не понимаю. Да боль ебаная. А ну шея, ладно. Она не проходит, потому что я голодный. Сейчас мы тогда сразу силу по чуть-чуть навернем. Ой, хорошо, овощи пошли. Ой, замечательно. А, кстати, где-то вспомнил, я брал бекон сырой. А куда я его дел, блядь? Не сюда ли я его положил? Нет, не сюда. Может, я его не брал, ладно. Помню, бекон хотел пожарить. Так, надо быстро на улице работать. Вот, хочу взять приемник. Ставить его себе сюда на стол. Отлично. Я буду сидеть просто пока в машине. Так вот, время ускорим. Ждать, пока пройдет дождик. В целом, ладно, подождали, чтобы сильно скучно не было, пойду сбегаю, принесу шкаф оттуда. Который для бумажек. Буду в него бумажки и ветки складывать для растопки. Чисто у костра сейчас поставлю. Тут уже бумажка одна есть. Давай, берем вот это. Берем кулер. Кстати, сейчас то не бери. Умыться, в кулере можно умыться, шик. Буду в кулере тогда умываться, не буду с ним воду набирать. Чисто чтобы умываться. Ну, кстати, умыться можно, по идее, в лужу, не? Да, можно. Прикольно. Так, давай вот это сюда. Кулер для умывания давай куда-нибудь, не знаю. Куда поставить бы кулер? А, вот, блять, нет, там слишком далеко ходить. Давай вот здесь, ладно. Так, и повернуть его тогда еще надо сейчас. Вот так вот, нахуй. Ну, а умываться пока буду в луже, раз такая возможность есть. Чтобы воду с кулера не тратить. Закрыто, блин. Не буду тогда двери блокировать, чтобы такой хуйни не было. О, спать можно. Давай спать тогда. Понятия не имею, сколько сейчас времени, блядь. Надо часы найти, сейчас самое важное. О! Дождь прошел. Можно и закурить. Сумку я пока, наверное, скину. Что она у меня на спине висит, глаза мозолит. Она в избранном открепить. Так, и давай крафтить чё. Чё там нужно было, чтобы костер скрафтить помимо досок? Доска и мелкие ветки. Так я себе хуй создать штуку. Собрать костер. Ну, тут нахуй прямо его и соберем. Или даже поближе. Не, ладно. Нормально здесь. Так, ну у меня готовить-то нечего, правильно? В целом я могу это... Это-то я могу так на салаты резать. Мне надо какое-то мясо добыть. И добыть еще, кстати, всяких журнальчиков, там, газет, бумажек. Вот этой вот всей херни. Чтобы с нее костер разводить. Вот сюда я сразу... 15 места, кстати, вмещает нормально. Вот сюда сразу буду складывать... Чисто будут материалы для растопки. Так, салфетки мы уберем. К
карту оставим. Нож — это все нужное. Что-то мне этот нож найти? На поясе висит, глаза мозолит, я, наверное, его разбинжу. Беру, просто буду так носить. Если что, буду прокликивать, брать в руки. Так, ну давай школьный портфель повесить на спину. Пойду найду чего-нибудь сырого, такого, что готовить можно. Наверное. И вернусь. Кстати, вот аптечку тут с пола убрать. А, ну в идеале, да. Еще бы найти дезинфицирующего побольше. Вот эту аптечку я могу открыть. Положить. Здесь, кстати, вот, стационарная рация есть. Давай возьмем ее, поставим сразу, что. Ух, блядь, тяжелая, сука. Так, ее тоже на стол бахнем. Все, зачепонька. Настройка. Выключено, все. Так, за сырым мясом и в идеале бы в тот магазин еще раз пробиться. Попытаться. Хочу тот с того манекена снять кофту ту. По-моему, она с капюшоном. Ну или даже узнать, типа, если не с капюшоном, ладно. Ну и ориентироваться на самом деле легко, если вот так просто бежать в эту сторону, то я просто прибегу в город. А если бежать туда вверх, то я выбегу просто к реке. Порыбачить, там умыться, вот это все. Короче, мне на самом деле нравится довольно-таки вот это вот мое место. Типа я уюта там навел. Можно выживать, в принципе, довольно защищенно, типа всегда можно съебаться. Есть куда складывать лут, все есть. Ну, единственное, только да, вот когда дождик идет, это да, это немножко неудобно. Но ничего не мешает просто дождик в той же машине, вот как я сейчас пересидеть. И все будет хорошо. Что-то зомби, блядь, не видно. А, нет, вон, вспомнишь, солнышко, вот и лучик. Чего это они там трутся? Это заправка там, что ли, или что? Короче, они все в центр, короче, посбежались. Ну и хорошо. Это значит, что они подальше от моего дома все съебались. А, кстати, я проебался и солнцезащитные очки. В теории, когда упал на той заправке, надо будет потом сходить поискать их там. Ну или одеть им очки для плавания у нас. Которые for sports. Time for sport. И буду ходить в солнцезащитных. Опа. А вот тут багажник, значит, не закрыт. Что тут есть? Канистра какая-нибудь? Канистра, канистра, бензин, неплохо. Может, я эту машину отогнать себе смогу сразу? Ну, сесть можно? Понял, пошли отсюда тогда. Я слегка устал. Кстати, куча домиков, можно там поискать. Был полюбас, холодильник какой-нибудь, мясо, свинина какая-нибудь. Декон. Часы, кстати, возможно, где-нибудь есть. Зажигалку давай заберем. Так, и надо присесть отдохнуть слегка. Все. Отдохнули, пошли дальше. Так, слышь? Ох, блядь. Чего это я мачете достал? Зачем я его достал, ага? Мне тут нахуй не нужно. Так, ну я, кстати, вроде... Вот он, этот магазин, я пришел. Поэтому их, сука, так и много. Так, пожалуйста. Можно тут никого не будет? Тут вот одна... А, нет, не одна, блядь. И блондинка, и рыжий, он, седая. Того магазина, вон. Где манекен. Трое эти трутся, да? Блять, ну это риск, а на риск я идти не хотел. Опа, а вот так это уже не риск. Блять, там в магазине кто-то трется, вон. Манекена. И ты встала, да? Ты чего-то хочешь от меня? Давай только быстро и тихо.
Вроде я внимания не привлек. Теперь рыжий что-то от меня хочет, да? Вот эта тварь с магазина, ты вылезешь оттуда? С хвостиком. Давай на землю. Давай отдыхай. Часы есть. Наушники у нее есть. Тебя нету. Тебя нет. Так. Так. Давайте без этого, ребят. Надо вас раскаять, сейчас будет просто. Опять вокруг магазина кругаля сделать. Да, вы же идете за мной. Вот какие молодцы, блядь. Я бы, конечно, и в строительном бы чем пособирал, но, блядь. Вот тут, кстати, на заправке была, на заправке, на стоянке была толпа. И она, блядь, куда-то делась. Витрины поразбивали, блядь. Они тут дебоширят уже во всем этом городе. Так. Манекен лутать через это нельзя. Сука, это вы так вот забайтились на то, что я стекло брал? Вы серьезно, блядь? Пошли еще круг, нахуй, давай, штрафной. Давай даже так, нахуй, хей, блядь. Бля, хуёвый магазин этот, нахуй, строительный. То, что у него всего один ход, один выход, его сзади никак не обойти, ничего, блядь. Если уж там зажмут, то зажмут, блядь. Так, ну вы впустите меня в магазин? Это у нее куртка, блять, это не с капюшоном, нихуя. И эта куртка. Нахуй я сюда шел? Ради чего, блять? Ради того, чтобы узнать, что это, сука, не то. Платье, блять, короткое, длинное. Ладно, зато теперь я буду спокоен. Там еще, ладно, есть это. Блять, ну что тебе, сука, надо от меня вечно? Надо отсюда съебывать уже. Быстро. Нет, ничего здесь нету. Бегом, нахуй. Блять, бегом, я сказал, давай. Пронесло. Пойдем туда, вниз по дороге сходим, посмотрим, что тут есть. Суси какой-то. Тоже с одеждой. Ебать от магазинов одежда. Что-то у него за костюм желтый какой-то. Опа, открыто. Это у тебя что такое? Футболка. Какой-то гасту. Гасту гол. Общевойсковой защитный костюм. What? Ну давай я возьму. Костюм целый, слышь. На манекене угар. Там, блядь, набежали, но в целом в этом магазине вроде он не маленький, тут есть где покаять этих. Тем более, пока только витрины стучат, они еще пока их разобьют. Пока всех у меня, я уже отсюда смоюсь. А, так, что у вас здесь тут есть? Туристическая шапка, альпинистский рюкзак. Что взять, блядь? Свитер с воротником, кроссовки. Нахуй. Здесь часы? Нет. Так, вот это что за манекен сейчас? Армейские ботинки, штаны пожарные. О, ебать, хороший манекен. Армейские ботинки. Улучшение скорости бега 0,85. Сука, слишком много режут. Ну-ка, а мне интересно, вот так поднять манекен. Слышь, так давай себе друга возьмем, пожарника. Манекен. Так, ну он тяжелый довольно. Если... Где манекен? Взять дополнительную руку. О, вот так можно. Так нормально, еще приемлемо. Просто манекен спиздил, нахуй, пошел. Так, нахуй, все, домой. И вот так по городу, нахуй, с манекеном в руках просто побежал, блядь. Так, ну и рюкзак я хороший угнал. Вместимость 30, снижение 90. Этот рюкзак даже близко там не стоит.
Ну, конечно, наверное, выглядит как такая пантура здоровая на спину, мне не нравится. Все-таки такие школьные, они как-то попрактичнее. Костюм, кстати, есть этот общевойсковой защитный. Защита от укуса и от царапин. Термоизоляция высокая. Ну, прикольно, ладно. Вряд ли его носить буду, но... Пускай будет, чем уж теперь. Челик в каске ходит. Ладно, неплохая вылазка. Я себе, блядь, нового друга нашел. Надо ему имя какое-нибудь дать. Буду звать его Женя. Это будет Женя. Пожарник Женя, мой новый друг. Где-нибудь поставлю у себя там. Да, его же поставить можно? А, ну он в руке. Ладно, сейчас не до этого. Надо домой вернуться. Там уже проверять. Ну да, хуйня будет. Это его сейчас пиздил, а поставить не смогу. Заперто. Блять. Так вот на картонах мимо вас проскочу. Никто ничего не заметит, надеюсь. Здесь вот багажничек еще проверю сразу, наверное. Нихуя интересного. Блять, ладно, давай через забор рискну. Вроде чисто все. Так, ну я кстати. Кстати, я самое основное не нашел. Я искал вообще, блядь, как жиза, блядь. Ты идешь в магазин нахуй за едой, а возвращаешься домой, блядь, с манекеном пожарника нахуй. Я так-то вообще чё вышел-то на улицу? Я пошел искать... Сейчас, этим парнем я разберусь, блядь, перебивает меня. Я пошел искать еду. Ебать, ему чё, пол лица отрезал? Ебать. Я пошел искать еду, которую можно приготовить на костре. Я мясо, блядь, пришел искать, я голодный. А нашел, блядь, друга. Где тут вход в этот дом? Так, мачете на готове. Женя, ах, осторожно. Смотрите, как я восторжен. Модератор. Так, слышишь? Давай-ка ты нахуй успокоишься. Это последнее, что вы увидите. Ага, сейчас, блядь. Консервированный суп. Это я возьму. Банан, персик, майонез. Давай, тоже. Вот, курица свежая, замороженная. Пешня для льда. А, ну это какое-то шило. Спички. Можно было бы, конечно, тут на плите приготовить сразу вот эту курицу. Но это совсем другая атмосфера, совсем другой вкус. Все-таки на живом огне это, блядь, совсем другое. Ладно, пошли отсюда. Все, я уже и так добыл, что хотел. Голод минус 35. Ну это на мороженое, блядь, минус 35. А если ее сейчас нахуй пожарю на костре, так она все минус 60 будет давать голода. Более как раз проголодался. Так, вот он мой магазин замечательный. Что такое? Устал, видимо, и тревога. Так. Вот тревогу мы сейчас легко пофиксим. Пальто кто-то трется. На самом деле... Мне кажется немножко нелогичным то, что как бы я стартанул летом, вся хуйня, а по городу ходят вот такие челики. Я, конечно, сам не против пальто летом одеть, ну, блядь. Что их слишком много. Типа зомби, которые слишком тепло одеты для этого сезона. Если так подумать, я, наверное, если я поставлю старт игры зимой, то и будут зомби такие в шортах, в юбках, в платьях ходить. Что на самом деле еще более странно будет казаться. Так, вон она моя заправочка. Стояночка. Так, ну давай. Женю где-нибудь поставим. Да, можно. Где бы я поставить теперь только? Кстати, он стоит в такой позе. Походу, женский манекен. Блять. Ну, в целом, Женя, это же и женское имя. Так что нормально. Где Жеку? Жеку надо у костра поставить. Точный огнетушитель ему в руки дать. Давай вот тут тебя поставим. Все, ты теперь будешь ответственный за... За костер. Противогаза у него нет, жалко. Так, и давай посмотрим. Я там угнал костюм. Это шорты поменять на костюм.
Ого, слышь? Чисто костюм биохазард. Я когда буду овощи испорченные выносить с ящика, я буду его одевать. Ну-ка, ножень его можно одеть? Можно, но это место куртки, шлема. Это, короче, все с него снимается. Ну, кстати, рюкзак можно дать. Во, вот так, держи рюкзак. Так, а костюм этот куда бы тут пристроить? Сюда, наверное, пристроим. Местными. Ёбаный рот. А здесь есть? О, здесь есть. Давай сюда, вот это пока. Так. Где моя сковородка? Где сковородка? Я брал сковородку. Вот она. Взять. Давай, берем сковородку. Лапшу майонез сюда. Так. Создать жаркое из, кстати, бекон. Пишет, что из бекона, где он? А, действительно, есть бекон. Бекон с курицей. Бекон, кстати, тут же не свежий. Блядь, ну бекон тогда готовит, ладно. Из бекон сырой, давай. Всего минус 9. Бля, мало бекона. Похуй, давай бекон с курицей пожарим. Ж прям мясное мясо будет. Блять, аж слюни пошли, давай. Жаркое. Паста, мясо. Еще курицу, давай, всю ее. Да, блять, сколько там этой курицы? Нет, тогда не буду больше добавлять, что тут много ингредиентов будет. Можно добавить соль, как специю. Давай посолим это все. Ух, сука, как вкусно получается. Все. Так, теперь. Взять штуку лист. Надо сейчас. Так, Женя, будь готов, нахуй. Сейчас будет открытый огонь. Может быть, все, блядь, плохо кончится для нас. Но ведро рядом, если что. Потому что огонь это опасно. Так, разжечь лист бумаги плюс зажигалка. Огонь есть. Теперь берем доску одну. Добавить топливо доска. Теперь нашу сковородку мы сюда как раз. Ну все, готовится. Можно теперь вот так сделать. Сесть на землю. Вот тихо, рукой-то в огонь куда? Вот, и погреться, все, заебись. Вот, поворачиваться можно. Так, ну. Стоп, я знаю даже еще, чего не хватает здесь. Надо музыку включить, поставить что-нибудь расслабляющее. Включить. Давай громкость на полную. Ой, охуенно. Пока готовится.
Ой, ебать, там вкуснотища получилась. Жень, блядь, ты будешь? Курицу с беконом будешь? Не? Ну, я тогда сам все съем, надеюсь, не против. Полный желудок. Ой, хорош. Жек, на, я тебе сковородку доверяю. Будешь у меня тут... А, подожди, что, нельзя? Блядь, Жень. Подвел меня, ладно, тогда сюда его. Ладно, костер этот потухнет потом, этот угли затушишь. Давай, все, я спать пошел. Have we seen the actual reality of a monster's crime? Or merely an illusion?